Итак, здравствуйте! Сегодня будет видео из центра Аделаиды, снятое в октябре 2018 года. Здесь мы видим площадь Виктории, одну из центральных площадей этого города. Сейчас будет проезжать... О, вот он, это почтальон. Здесь мы видим такое достаточно непривычное нам странное левостороннее движение. Вот именно так оно и выглядит. Вот. Очень часто можно видеть соседство бетона, да, металла и все-таки зелени. Достаточно много зелени, очень зеленый город и центр в том числе. Здесь я прошлась немного медленнее, чтобы снять разные цены на поездки, туры в разные части мира. Ну, это, слава богу, не только перелет, но и, собственно, тур. Да? Вот выборы тут проходили в октябре, много исторических таких зданий красивых. Еще немножечко я тут доснимала. Вот столько, например, стоит поехать в тур по Европе. И идем дальше. Значит, это видео было снято примерно в 9 утра, ну там, не знаю, 8:50, когда я шла на работу. И мы видим, что машин достаточно мало, да, то есть нет таких вот пробок, к которым мы привыкли в часы пик. Это, наверное, происходит потому, что город был спроектирован на будущее, да, чтобы расти. Город большой, территориально большой, просторный. Мне было очень интересно узнать, удивительно интересно, что он, например, в 4 раза больше, чем мой родной Киев. В Киеве примерно 5000 жителей, в Аделаиде где-то 1 300 000. То есть, ну, немало, но территория очень большая. То есть, есть куда развиваться и расти. Город, кстати, был основан в 1830-х годах, так что он, ну, достаточно молодой. Вот, это такой интересный перекресток, один из таких немногих в центре, где можно ходить по диагонали, вот так вот, во все стороны можно идти. Тоже достаточно интересно. Вот, идем дальше. Снова на площадь Виктории сейчас придем, притопаем. Итак, вот это вот трамвайчик, который ходит на Глинел. Здесь всего один трамвай, который ходит к пляжу, с центра на пляж. Трамвай ходит по всему центру тоже. Опять-таки соседство природы, вот всякие там голуби. Это парковка мотоциклов, потому что многие люди приезжают на мотоциклах и их оставляют. Вот это памятник основателю там. И опять-таки мы видим соседство старых зданий и новых зданий. Да, вот пластик, там сталь и такие вот каменные. А это другие районы, немножечко подальше, но это тоже все еще центр. Вот. Видим здесь таких вот жителей, которые предпочитают спать на улице, вот так вот завернувшись в одеялко. Это и есть в центре, этого, к сожалению, хватает. И сейчас мы придем, куда бы вы думали, Чайна-таун, да? Китайцы выкупили достаточно большую часть, большую пропорцию и зданий, и бизнеса, и всевозможных ресурсов в Аделаиде, да и в Австралии целиком. Поэтому вот прям в центре присутствует вот такой вот Чайна-таун. Куча магазинчиков, кафешек, всяких разнообразных бизнесов, контор и так далее. На этом я буду прощаться. Всем счастливо, пока!